Мирницы готовятся выбрать главу алмазной столицы. Также жителям региона предстоит избрать депутатов городского совета, глав Удачного и поселка Алмазный. Как проходит подготовка к единому дню голосования, узнавала Иванна Филиппова. Подготовка муниципалитетов к единому дню голосования подходит к концу. В эти выходные, 10 сентября, мирнинцы выберут главу города и депутатов местного самоуправления. В трех муниципальных образованиях, это город Мирный, город Удачный и поселок Алмазный, будут избраны главы. И в семи поселениях депутаты представительных органов. Подготовка к единому дню голосования, обеспечение законности в ходе выборов. Все это обсуждали во время семинара обучения. 30 августа в регионе стартовало досрочное голосование. Этим правом могут воспользоваться те, кто по каким-либо причинам не смогут прийти в единый день голосования. В день единого голосования мы, как правило, все работаем. И поэтому я пришел пораньше проголосовать. В этом году избирателям предоставят три бюллетеня. В первом – кандидаты в единый пятимандатный округ. Ставится не более пяти знаков. Второй – список кандидатов от партии. Выбрать нужно только одну. На главу города из пяти кандидатов нужно ставить знак в квадрате напротив фамилии только одного кандидата. В единый день голосования в Мирном откроются 16 избирательных участков. Прийти и проголосовать могут все жители города. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, Тимур Шерижик, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».